Авраам Авину спускается в Египет. Мы это немножко рассматривали в прошлый раз, так мне кажется. Там рассматривали, что это хорошо, что он так делал, нехорошо оставить Израиль. Можно в определенных ситуациях, можно на уровне Авраама Авину даже не оставлять, положиться на Всевышнего. Всегда он полагался на Всевышнего. Там мы учили, что по многим причинам спускается, что-то рассматривали в прошлый раз. Сейчас, после вышли уже с Египта, и Авраам возвращается с большим, большим имуществом. Написано, сейчас находимся в 13 глава, 5 пасук начнем. Я закончу дальше четвертый, что-то сказать, предложение по четвертому пасуку. Возвращается, идет, Эль-Маком, нашли. 13 глава, 4 пасук, Эль-Маком, Амизбеях, Ашераса, Шамбар, Ишуна, когда шел, принес жертвенник, там принес жертвоприношение. Вайкра Шам Авраам, Бешем Хашем. Что такое ликро Бешем Хашем? Вызывает и приближает, наберет, собирает людей. У него миссия какая, Авраам Аври, Иври, приближать людей к Всевышнему. Вера в единого Бога. Это его миссия такая, Вейкра Бешем Ашем, это значит, там собирает людей и это делает. То песок, что с него начнем, Вегам Лелод Гаолех Эт Авраам, Аяцон Убакар Веолим. Сейчас нам надо сказать про Лота. Ведь Лот, почему он был, он разбогател? Почему разбогател? Потому что был рядом с Авраамом. Я финансово смотрю текст. Текст нам говорит, потому что он был вместе с Авраамом, потому что он пошел с Авраамом. Ты идешь, как говорят на русском, на украинском, с кем поведешься, то и наберешься. Где ты находишься, там это, он шел с Авраамом. Тогда ему он находится в компании цадиким. Ему там есть браха. Не только кто был там в компании Авраама, у него браха, в компании Ицхака там была браха. Авраама тоже потом видел в конце недели Авимелех, его заключает с ним договор о ненападении. Авраам, он не король, как ты. Ты король сидишь, но ищешь, что сейчас. Написать с Авраамом дело договор нападения, это он стоит нам дорого этот договор потом выше, но потом с Ицхаком тоже делает Авимелех, тоже, где находится, там написано, там где был Ицхак, что видим в недельной главе, написано, что там было, какая там была браха, и там, пожалуйста, собрал меа шарим, собрал урожай в 100 раз больше, чем дает урожай обычный, 100 раз больше, не в 2-3 раза. Браха уже праведника. Видим, Яков приходит к Лавану. У него тоже это Лаван. Потом начинает быть миллионером ляд-ляд. То же самое потом Йосеф, когда приходит в дом Потифера, там его сразу через месяц берут юношу 17 лет, ставят его главным над домом, над всем. Видишь, что там почувствовал, что есть такая, что есть здесь браха. Так Лот написано, почему Лот, а? Алехи, это Авраам, я цону бакар в Олим, потому что он шел с Авраамом. Так пишет Раши тоже. По-моему, так пишет. Это Авраам. Мигарам, что я говорю, почему у него это все было? Алихатоим Авраам, то шел с Авраамом. Бакар в Олим, вело на Саутамарец. Так, такого не может, что земля не держит. Израиль не выдержит 2 миллиардеров. Ну, понимаешь, угадать, что много, так это то работа, с таким языком не могла их удержать. Наши можно удержать. Ой-вей. Что-то упало. Пардон. И дальше, да, лам, почему не могли? У них было много имущества. Рехушам рау. Но нашел, тоже не могли сидеть вместе. Не только из-за имущества, не могли сидеть. Это обращается рив, пасук 7, споры. Бен Рой Микне Авраам, Бен Рой Микне Цон. Не Авраам с Лотом, сначала пастухи, его и его.
На какой почве не ссорились? На какой почве? На какой почве? Нет земли для выпаса скота. Первый спор был у Авраама с пастухами сначала. Ну пастухи, на какой почве ссорятся? Написано, был Риев, пастух седьмой. Из-за земли. Ну так пишут. Потому что у них большое имущество было. Те ходили к этим, а те ходили к этим. И они... Здесь уже перегул много. Ходили. Не, потому что слуги Авраама делают то, чем говорит их слуга, их хозяин Авраама. Слуги Лота, не слуги, а пастухи, делают то, чем говорил Лот. Так что делали? Пастухи Авраама начали их наставлять, обучать их морали. Что вы делаете? На чужих полях так нельзя делать. Это не то, что некрасиво, то нельзя, это против Аллахи. Там решение им отвечают слуги Лота. Это не так просто, сильно про Аллахи молиться, потому что всю землю Всевышний обещал кому? Аврааму. У Авраама есть наследники? Нету. Кто его наследник? По Аллахе. Если у тебя нету детей, так у тебя брат или папа, потом брат, потом это. Любой ближний, самый ближний родственник – это Лот. Он его племянник. И брат его жены. Так все принадлежит Лоту. Поэтому это не так далеко от истины, они говорят. Но что будет нам пасук здесь? Откройте снова седьмой пасук, смотрите. Ваирив был спор между пастухами и пастухами. Вякнанив презирался, что барис. Тора нам добавляет, что такой бродилишник. И в это время, говорит, на кто находится в стране, кто правит, кнанейцы и призейцы. Есть два народа, что что нам пишет Тора? Показать, на какой почве будет ссора. Что если говорить, что это принадлежит Лоду, Авраам все еще мешал Аврааму. Здесь, подожди. Почему? Потому что если она не выжила, то другая уже бывать не буду. Показать, что если брать твои доказательства, Лот есть слуги, что это не так. Почему? Потому что сейчас кто здесь находится? Кнанейцы, призейцы. Сейчас еще Лот еще даже если еще Авраам не получил, Лот не получил. Так это вообще не актуально ваше то, что вы говорите. Вообще не актуально. Почему? Потому что здесь хозяин есть на земле. Что будет через 100, 200 лет, может быть 20 лет или 500 лет, все может быть. То начинаются споры. Вайомер Авраам и Лот, чтобы не было вражда между нами, между мной и тобой, между пастухами твоими моими. Ки анашим ахим анахну. Не принято. Почему? Смотрите, пасук 8. Почему он ему говорит? Да, братья. Мы братья. Анашим ахим анахну. А братья не должны ссориться. Топ. Так что делай, лучше расстанемся. Раши написал здесь интересную заметку. Говорит, анашим ахим. Значит, не говорит, что мы братья, что мы родственники. Раши говорит, что что-то совсем другое. Раши отходит от пшата. Говорит Раши так. Анашим ахим, говорит, братья, хровим, будьте вроде бы пшат близкие, да. Но Мидраш Агада, говорит, мазе Мидраш, Раши говорит, что это Мидраш. Ему нравится больше Мидраш, чем то, что он комментирует. Говорит, есть Мидраш, говорит, что они похожи, как... Визуально, да? Что не похожи. По лицам. Очень похожи. Только по лицам. По телесно тоже. Ну, так в чем проблема? Если похожи, так что заставать за это ссориться? Раши. Да. Почему? Потому что когда похожи, есть опасность. Какая опасность? Скажут, что... Вот это. Не знаю, то Авраам, то Лот может переплутать. И вот Авраам. Нас обучают, нельзя воровать, а сам он ворует, нельзя смотреть на чужих жен, он сам это делает, хули добавить, что то, что есть проблема, Лота может сделать. Сам приду, есть опасность. Тора, там, где есть опасность, сейчас будет несколько, заметим несколько случаев, что Тора меняет. Раз пишет Ахим, иногда пишет родственники, Бен Ахим, племянник. Дважды будет написано, что он Ах, а дважды написано, что он племянник. Значит, разные есть смыслы. Там, где родственник, говорит, что он племянник. Но где написано «Ахим», нам учит нас еще,
Не эта причина, другая причина, какая, что не похожи. Так здесь есть проблема, какая, что не похожи, скажут, вот, вот, что нам делать. Значит, что говорит, говорит ему Авраам, сейчас перед Торой страна, сейчас есть еще питомство. Здесь не было места, в Хевроне не было места, может быть. Но вся страна перед тобой. Коралцы фанеха, и поред нами Аллай, дай расстанемся. Има смол, веймин, это налево, я направо. А ты направо, я налево. Выбирай, куда хочешь идти. Но тоже здесь не направо-налево. Это ясно, что право-налево-налево-направо, это не дело, это право. Так говорят, но пишет нам здесь тоже, Раши нам говорит так. Има смол, веймина, пишет нам так. Куда ты пойдешь, еще что и будет, они, я тебя далеко не удалюсь. Я буду наблюдать. Веамод леха лемаген улеэзе. Я тебе буду маген. Что такое маген? Защищающий. Защита. Маген. Маген. Веэзер. Помощь. Я тебе буду помогать. И будешь в опасности. И маген. Как есть маген, что если нужно, нужно будет что-то воевать, что-то нужно силу, силу защищать тебя. Если нужно помогать, так, тоже буду помогать. Ответы. Не. Дайте ему как... такую гушпанку, поддержку, лучше остаться, что, если ты немножко боишься, что с тобой будет, я твой защитник, твой помощник тоже. Седер, Авраам хочет остаться, почему? Я тоже пишу, веймина, ве... Байсало ты, на, посмотрел, видит там Кикар Ярден, где находится с домом, врата по там. Все, вся зелень там красиво крапивно, как райский сад почти. До того, когда был разрушен с домом Мора, пока там спустись, Всевышний спустил туда воду, залил и пустил там вода соляная, такая, что такой соли концентрат нигде в мире нету. Вейвхар лот эт колки каре, я выбрал то место, вейса лот микедем, вейпарду ишмелев. Писано микедем, что такое микедем? С Микедем, может быть, Кедем это перед, но Кедем со восток, Кедем это восток. Кедма, Ямава Кедма, когда Яков сказал, параста Ямава Кедма, Цафонова Негба. Цафон мы знаем, это север. А Ям? И море, это запад. Запад. Не пишешь Зав, Зав, что такое Запад на иврите? Марав. Сейчас Марав. А Кедма это на восток. Восток тоже как будет, восток на Мизрах. На земле Кедма, пошел добавить что-то, что Кедма, ну и пошел на Микедем. Он шел, если брать с Хеврона идти в Ям-Амелах, и знаешь, это идешь с востока на запад, я не уверен. Но здесь показано, что Кедем – это Микадмон Шелолам, Кадмоно Шелолам, то Всевышний. Сейчас Лот сейчас стал уже Лахазор Бешела. Знаете, кто такой Лахазор Бешела? Лахазор Бешела – это тот, кто потерялся в Торе и... Есть Лахазор Бешува, что мы стараемся делать. А кто делает наоборот, религиозный отходит и называется Рахазор Бешейла. У меня есть вопросы. Я сказал, у меня есть вопросы. Как будто это... Многие так говорят, мишени так вопрос. Кен? Отделяется от Тора, имеется в виду? Да. Да. Кен. Отделяется, Кен. Так, он отделяется. Почему? Что случилось? Потому что он перестал понимать Тора. Перестал понимать? Но почему? Он еще не дошел, Раме прогоняется. Он говорит, комфорт, там красивое место. Кен от Врами, он до этого не видел, Врами посадить, как там кого-то. Он, потому что деньги портят человека. Пока Лот был возле Врама, когда он был, так он, я писал, сейчас я уже хозяин, мне сейчас это... Вчера слушал, вчера, по-моему, это было интересный сипур. Был, не знаю, кто тот цадик, но... Не знаю, не помню, не скажу, но... Был, пришел к тому-то еврею, там, видит, он, у него там
У него он принимает такой цадик. Он принимает гостей, было там 5 людей, он их кормил. 5 людей. Ну, узнал, посмотрел на его, как он живет, вы поняли, что он довольно бедный, этот еврей. Принимает 5 людей сразу кормит. Он решил, да я его благословлю. Если он так делает, когда у него нет денег, что будет делать, когда у него будут деньги? Благословил его. Все равно потом стал богатым. Но когда стал богатым, он лет, потом видел, что уже начал относиться к людям уже не так, уже с пренебрежениями, как будто делаем одолжение. Раньше то был, да, так понял, что я его испортил, что ему дал деньги. Раньше он был цадик, сейчас деньги так портят его. Главное, когда принимаешь гостей, когда был на этот человек, как Авраам Авину здесь. Не понимаешь, что он наоборот, делает с них всех ангелов делает. А здесь этот, что видно, что деньги портят, то портят. Там Лот то же самое. Лот то же самое, что он видит, что сейчас есть деньги, сейчас все можно, уже это можно. Можно саму себя быть хозяином. Не нужно мне, чтобы надо был Авраам, чтобы Всевышний, что над ним и над мной, и над Авраамом, и под мной тоже. И расстаются. И перду, Ишмаэль, и расстались, и ушел Авраам. Сидит в Эрецнан, велот ешав баре якикар, ваяхел ацдон. Яхел, это слово ухалим, в порядке, до сдома там расположился. И хотя нам Тора добавляет, что... Что это за люди в доме? Ваншей с дом раим вехатаим, мазера плохие, бандиты, вехатаим лашем мёд, не только, даже среди Всевышнего, перед Всевышними нами. У них были, там были домовские законы, все читали, сказал, 2-3, может, что сначала там было очень хорошо, так люди туда бедные приходят. То видишь, значит, по вещам начали давать, то видят, что больше приходят. Где больше еще место, еще более такое богатое, больше приводит, значит, что от них отдаляться, наказывать, вот сначала не давать, потом начали даже издеваться, люди приходят, одноразово, не одноразово давали, бывает, им не давать ничего, потом закрывались границы, не пускали, кто уже вошел, что не ходил, как бы ходили против мертвых, кто-то вот там молили голодом. Другие наказания были там, что-то были домовские кровати, кто низкий, его натягивали, чтобы получить стандарты, кто высокий, ему резали ноги. И так было издевательство с домом Амура, что написано, что Хатаим, и так, и так. Кто там был цадиким, один лот, почему он был цадик? Научился в Рама, что-то, да, Хамуршему тоже научился. Еще дочь Лота, как-то давала, видела там, ночью идет братья черпать воду, там бедный. Видел, один тоже приходит, голодный, там не пускали, сидит, а потом начали замечать, она ему ходила, вообще давала хлеб. Видел, человек уже там несколько дней, он бодрствует там, ничего плохого ему ничего нет. Начали сидеть, поймали, что это дочь Лота, и что с ней сделали? Залили медом. Пустили пчел, и пчелы ели живой. Поэтому здесь написано, сначала это еще написано, что Авраам Авину, когда расстался с Лотом, смотрите, пасук 14, потом вернемся к дочери Лота, 14 пасук, «Вашем амар эл Авраам, ахарей гипарет Лот мимо», когда он расстался с Лотом. Почему бьет Тора, когда они расстались? Это когда там Лот в последнее время, Авраам не получал пророчество. Почему не получал? Потому что находится с идиотом, там шхина не спускается из-за него. Смотри, Цафона, видишь, Цафона Банегба, Цафон это на север, Негев, это юг тоже, или Даром, или, написано, Негев. Негев это юг. Векедме это восток, Веяма это запад. Что ты видишь, что дам тебе и твоим потомкам наследство. И будут Кафарарец, их будут зарых кафарарец. Сейчас почему? Да, нужно сказать. Почему афар? Здесь написано афар, потом видим, будет написано, как звезды, будет еще написано, как земной песок, как все по-разному пишет. Значит, или что больше? Праха земного или песка, или звезд? Одинаково. Одинаково.
Я тоже не знаю, что больше, но и то, и то, и то, 3 миллиарда не может больше. Так что имеется в виду, что только будет, но дальше нет. Что ты хочешь, какое-то качество. Какое-то качество. Мазе Афар. Афар, ты знаешь, на него все топта ходят, ходят. Но все идут под Афар, а Афар всегда находится наверху. Так Ам Исраэль тоже будет. Будет как Афар. Будет тоже, как другие потом смотрят, когда будет, когда звезды все-таки посмотрят. Другое несчастье, как Афар, что будет, все ходят, 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 Афар постоянно, постоянно существует. Вы посидите там. Потом рассказать, я это пропускаю, только напомню, что когда... не пропущу, что-то вспомнил, что нужно нам это учить. Если указывать про... Было во время Амрафель, что-то 4 корея. Кто такой Амрафель, как его имя Амрафеля? Амрафель. 14 глава. Видите, первый пасук. Было во время Амрафель. Мелех Шинар, Арьох, Мелех Эласар. Кедаломерех мелех Айлам, Ветидан мелех Гоим, Гоим это место такое, делали войну против Бера, мелех Сдом. Мелех Сдом это Бера, значит Бера, есть два, он Ра, что такое Ра? Возле. Даже имя говорит, кто был такой, Ра, что такое Ра? Зло. Как? Зло. Плохой. Зло. Яцерара, это дурное. Кен, я... Плохой или и Всевышним, и с людьми. Он такой. Пока их имена. Мелех Сдом. Вет Бирша, то же самое Бет, это двое, два. Реша, Раша, это злодей. Их все это. Мелех Амара. Шинав, Мелех Адма. Маза Шинав. Раши. Соне Леавив Шабешамай. Он ненавидит Всевышнего. Не то, что не любит, ненавидит. Ненависть Всевышнему. Вешем Эвер Мелех Своим. Шем Эвер, есть, что такое Эвер, знаете, то крылья, что сам сделал крылья, чтобы зайти тоже против свечи что-то делать. Имена такие, я работал на медном предприятии, и несколько лет там был один такой, как назвать, что изобретатель, как он называется, то, что что-то... Инженер? Не, он не был, он работал, но что-то был всегда, что-то мозги работают, что-то новшество делать. Как? День. Не, не деньги. Что? Дизайнер. Не, такие слова еще не было тогда. Это было уже, 50 лет тому назад. Механик. Я предал это. Эти, что вся изобретают что-то новое, новое. Рационализаторы. Так что-то он начал делать самолет, чтобы лететь, такой планер. Крылья на то, да, мотор. Кто придумал первый, когда Да Винчи? Леонардо. Он поднимался 3 раза лететь, хоть на то, выходил обычно на это, на ГАГ. На крышу. Один раз сломал одну руку, второй раз сломал вторую руку, второй раз сломал ногу, потом уже больше не летал. Каждый раз что-то ломал ногу. Летело там, падало. Но были такие, это учителя его еще до того, что в те времена уже придумали такие вещи, крылья. Понять, что птица говорит, крылья. Сейчас тоже самолет из крылья, что держало воздух. Так, воевали. После этого эти давали им платили пошлины. С дома в Райте 5 королей, после этого решили, что не платить после 12 лет. На 13 лет объявили, больше вам не платим, эти пришли через год и делают войну. По дороге убивают этих всех и забирают плен еще. Забирают плен всех, кроме короля с дома и Мора, они остались как-то. Что упали в яму, там не сгорели, там не сжарились, там было температура очень высокая. Пока что ретроактивно. Авраам придумал, что он был в огне, поэтому упал в кипящую смолу. Остался время понимать, что если такой злодей стоит за тем, если хочет, чтобы он остался целым, так Авраам говорит, что да. Авраам приходит, написано, смотрите сейчас пасук, приходит палит,
Значит, кончилось берет. Вайкует холеры хуч с доме мура. Пасук 11. Победили этих. Пасук 11. Глава 14. Пасук 11. Нашли? Вайкует холеры хуч с доме мура. Взяли все имущество с доме мура. Ветхола охлам вейлех. И всю пищу, и дорогу. Сейчас будет пищи хватит много лет. Вайху эт лот ветрехушо, бен ахи Авраам. Взяли Лота его имущество. Как называется Лот здесь? Пасук 12. Сын бен ахи, племянник, другими словами. Племянник, да? Там, как он назывался, брату. Здесь племянник. Расстояние. Вайху веу еще без дом. Вайву апалит, пришел к Аврааму, авери. Вайшма Авраам, пасук 14, кинишба ахив, снова. Сахар, племянник, кто попал в плен, то брат, его брат. Так он или племянник, или брат, потом племянник, потом сначала брат, потом племянник, потом снова брат. И что делает Авраам? Войны идет воевать, и потом приходит, десящий беды, спасает Лота. И две вещи хочу здесь, чтобы научить вообще, как Торушам, вот с помощью Раши, там будет, там еще будет потом написано снова, что будет написано племянник. Ситура пишет один раз Ахил, один раз Бен Ахил, племянник, значит, хочет что-то показать. Мы знаем, что он там Раши написал, что когда написано Ахил, это они похожи. Так, там, где они похожи, там есть опасность, там Авраам расстается с ним первый раз. Ходит он, чтобы не было хилуля шем, чтобы вроде Авраам учит одному, а сам делает что-то другое, хотя то делал Лот, что делает? Расстается. Здесь что написано, попал кто? Твой брат. Не племянник. Попал, когда сообщил ему, попал твой брат. Значит, здесь снова какая опасность? Походит, какая опасность. Здесь тогда Авраам просто уже познакомился с Лотом, знает его несколько хороших лет, особенно в конце, перед тем, как расстаются, что может быть здесь хилуля шем снова, на той же почве, потому что так пишет Тора, что они похожи. А как? Кто был, кто эти были четыре короля? Амрафель, кто он такой? Нимрод. Да, в этой четверке, да. Первый Немрод, что делал Немрод, ты помнишь? Пещеру, печь бросил его в костер. Немрод, это было Авраам, то Немрод делает вода зара, Немрод делает себя Бога, Немрод, то Авраам все это опровергает. Когда Немрод сразу предупреждает, что-то я тебя убью. И такой мне даже говорит, что Авраам, ты меня убьешь, я тебя убью. Но хотел его убить. То кто убил Немрода? Кто убил кого? Исав, потомок Авраама. Так вот, есть опасность, что? Я слышал от Рав Зильбера, что делает Немрод? Пришел, приводит Лота. Лот похож на Авраама. Сколько лет прошло с тех пор, когда бросил его в костер? Максимум 25-27 лет, 8. Много времени прошло, люди помнят хорошо, помнят этого. Когда он его бросал в костер, тогда Аврааму было... 75? Нет, где-то 50, сейчас 75. 50, 52 и 40. Не, в разнице 50 лет. Но прошло 30 лет, максимум, больше не прошло. То еще до рождения на Ишмаэля, то до. Да, оно написано, когда идет Лех Леха, так ему тогда 75 написано. Записано 75 лет, максимум прошло 30 лет. Те дети еще сильно не меняются. В самом те время, когда жили, тогда не жили 900, как, но жили еще и папа Авраама 200, и дедушка 248, и другие жили 600 лет, Эвер 400 с чем-то. Там было 250 лет плюс-минус, было даже больше. Так что мог взять Немрод пресс-конференцию, собрать всех журналистов там ближайшие, фотоаппараты, может быть, я тоже, наверное, пригласил.
Когда Фир, смотрите, я не пошел. Смотрите, 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 что. Помните Авраама? Помните его? Да кто не помнит. Вот сейчас у него, он нам что-то рассказывает, новые идеи. А Лоту или перегрузить. А не дай перегрузить, то может он дальше не сделает. Но если дашь ему женщине деньги, то он сразу купит, что у него самые большие слабости были, то деньги и без женщины. Он это все сделает. Не нужно сильно на него давить. Это ты говоришь то-то-то-то-то, он будет говорить то-то-то-то. Авраама вину. И то одна из причин, что он пошел спасать здесь, почему? Нижба Ахив. Его попал, не племя, попал. Похоже, сейчас он знает Лота, что Лот может сделать. Вот Хилу Лашем самый большой там, он за Авраамом, когда он вышел оттуда, пошли много его последователей. Но там тысячи и тысячи осталось. Сейчас и все, что делают, то, что они были, может быть, на хорошей дороге, если сейчас все портится. Поэтому что делает Авраама Вину? Идет воевать. Значит, есть причины какие? Причины, что его родственник тоже бы сэдер. Но самая большая причина, или две причины большие, две большие, что когда они расстаются, что сказал нам Авраам, когда я Раши нам сказать, ты направо, я наверное направо, как? Щитом и помощником. Он обещал, нужно делать. Обещал, ты должен это делать. Ты ему пообещал, иди. Но само бы еще самое главное, что есть Хилу Лашем. Если он там, если он пойдет, то будет сказать, что Авраам идет воевать и возвращается с победой блестящей. И скажем сейчас, что взяли, Авраам сделал нам законом. Это написано в Бемелахим, потом Дуэда Мелеха. Когда он возвращается, что ему говорит король из дома? Что ему сказал король из дома? Дай мне душу назад. Вернусь. Читайте, все не читайте. Для чего есть паршат Шува? Не, вообще не смотрите. Хорошо, нужно каждую неделю читать по 2-3 раза, чтобы знать, о чем идет речь. Если не знаем, о чем идет речь, так зачем-то слушать уроки. Хотя минимум, что мим, что знать, что там написано, без комментариев. Я думаю, медленно что-то запомнишь, но... когда он ему дай мне души, возьми себе людей, не, если наоборот, дай мне души от людей, возьми имущество, возьми, забери имущество. Чем говорит Авраам Авину? Руки, небесам. Хас вехолила. Хас, Боже упаси, чтобы я у тебя что-то брал. Купей мне. Даже шнурок не хочу. Скажешь, что я обогатил Авраама, шнурок не хочу. Не знаю, что есть, это все вечно. Авраам ничего не хочет. То, но что он говорит, что да. А? Что да. Вайку, смотрите, пасук, глава 14. Только чтобы люди его, которые были... Чтобы были на Хамахе, что и люди... Да, и да, вода, и... А люди, что были, остались в тылу, они возьмут, и то, что с ним шли, эти солдаты, их нужно было поить, кормить, так это... Я мог все забрать, потому что тебе ничего не положено, ни слуги, ни имущество, ты потерял все в войне, еще... Не мне, ты им потерял, я у тебя вообще ничего не брал. И никакие законы, ни военные, ни религиозные, те, чтобы я ему дал. Но я не хочу ничего, чтобы... от этого я разбогател, что забрал плен и забрал войне, во время войны. Все забери. Кроме, нужно кому дать. Эти, что со мной шли солдаты, я их должен кормить все-таки. Я брал, потому что это. И те, что сидели в тылу. Сюда что видим? Что кто находится в тылу? Вот тоже солдаты. Им положено. И так там делал Давид Амелех. И в Давида Амелеха написано, им положено, сейчас мы, что находимся в тылу, мы тоже солдаты считаемся. Мы учим Тору, мы дочашки, идет война. То, что делают солдаты, что мы делаем здесь, это может не меньше, чем солдаты. Кто больше, те, что учат Тору, то воюют, я не знаю, больше то, те, что учат Тору, если те, что воюют, то у них будет больше браха. Когда написано бе Матот, когда посылает Моше Рабейну Пинхаса там, чтобы убить, наказать этих, что посылает своих жен, медянку, так написано Элеф на Мате, Элеф на Мате. Помните, я вам это говорил, может это помнит, не помнит. Писано, пошли Элеф на Мате, тысячу на колено, тысячу с колена, всего, сколько написано, 12 тысяч. А там пишет Бальтурим,
24 дня, не 12. На каждую тысячу шли воевать, тысячу сидит у Чатора. Это тоже армия Всевышнего. У Давида Мелеха написано, когда кто-то шел на войну, и они пошли, входили, остались такой, на гору, там, где сидели Цаклак, где сидели их женщины с детьми. Там Амалек напал, не пошли. Амалек на них напал, забрал всех в плен. И женщин, и жен, и детей, и имущество в плен, и приходят, и сожгли полностью Цаклак, город сожгли. Приходит, видит, что жена наша плакает, что Давид, что делать? У них 600, там целая армия, но Давид летает надежду, спрашивает у Всевышнего, у Рим Ветумим, там был Невокоим, спрашивает, идти, не идти, гнаться, не мне гнаться, будет, иди. Идут, там еще 600 солдат идут, там 200, не могут идти, нету сил больше, те остались там, 400 погнались, догнали, перебили, забрали всех, и все имущество тоже, не только свои, их нет тоже. И возвращается, Давид начал делить, хоть эти 200, что осталось там. Там были такие блия, что-то бандиты, что ли. А потом мы воевали, они сидели здесь, не воевали. И это было написано, с тех времен, кто поставил этот закон, еще Авраам Авину. Кто находится в тылу, кто находится с тобой, все, это народ как один, не каждый по себе. Этим тоже положено. Так и Давид Амелек. Тут видите, Роби Жинск, он здесь, не здесь. Если нет, то продолжаем. Кто-то спрашивает? Кстати, пока не продолжим. После 15 глава, Ваи, Ахара дворим эле, 15 глава. После этих происшествий, какие происшествия? 27 рамбе, хазала лимон. Минута? То, минуты посмотрим, подождет мне минуты 3. Я уже начал, не буду настроить. Было после этих происшествий, 15 глава, какие происшествия? Когда он победил, пошли на войну, победили Сдом, победили Этнисный Сдом, победили этих королей. Авраам возвращается, сколько сейчас и победа. Победа, что победила, сам, что были держали мир под страхом весь эти короли. Авраам идет побеждает. Чего тебе бояться, Авраам Авину? Написано, мы не знаем, боится, мы не знаем, откуда наш он боится. Ну что ему говорит Всевышний? Авраам махазал эмор, альти рам рам, говорит ему Всевышний, Авраам, не бойся. Есть идея, почему он боится. Мы не знаем, что он боится, откуда берем, что он боится? Там был Шем, и у него были тоже слуги, и они были хорошие люди, и он не знает в войне. Там Шем там, чем там не был. Он приходит попозже. Шем там не был. Но мы отужали какую-то силу, но беда не по доброй воле. Но почему он боится? Откуда знает, что он боится? Всевышний говорит, не бойся, значит, Всевышний знает, что он боится. Всевышний говорит, не бойся. Кто читает сердца наши? Всевышний говорит, не бойся. Анохи маген лах. Первое. Он боится. Я. Шалош дакот. Я тебе твой защитник, маген. У тебя большие заслуги тоже. Значит, чего он боялся? Всегда всем скажу, объясни, так скажу. Значит, после той победы, что ему было сделать, все, что сделать, он понял, Авраам, что большое чудо, кто как можешь победить, скажете, сколько у них было, максимум 318, если брать Мидраш, не брать, даже только он Елезер, даже брать 318, все равно это Нес, что убил столько королей, до Эг, Авраам ему переживал сильно, что Шема кибальти сахар алколь циткоти, Лахен Амар, вот это, что сейчас, наверное, что делать, знаешь, сейчас обдан мицвот, много делать здака, много мицвот. Сейчас, если человеку делать чудо, с него снимают все эти его заслуг. Сейчас остался, может быть, уже без этого. В следующий раз нету заслуг. Может, кто говорит Всевышний, не бойся.
Потом, не бойся. Анимагенах, я твой защитник. Не нодишь, что не получишь то же, что он еще боялся. Получишь наказание, что ты убил людей. Так то, что ты боишься, что получил за вознаграждение, не бойся, по что им говорится, твои заслуги очень-очень большие. То, что ты убил, то не бойся, то как видите, когда идет человек где-то, и какой-то там, какой-то, как дел такой дома, как называется, огород или что-то, там что-то он голодный, ведь там под деревом не срывает дерево, там упали какие-то. Такие яблоки еще уже начали, что-то там нужно им что-то, несколько этих, как деревья, как называется, ветки такие, чем тоже нужно натопить дом. Там пришел, набрал это, собрал, скушал несколько из подъезда, там потом выходит король, что будет сейчас? Пробуем нормально. Большое спасибо. Хотел как раз снять на человека, чтобы он мне сделал порядок, ты навел порядок, туда рабали, не бойся. Так тоже Авраам сделал то, что нужно было, этих всех бандитов нужно было уже закончить с ними, ты делал то, что должен был делать. Значит, он боится, что убил невиновных, там все виновные. Сейчас боятся убивать вас. Я говорю, у вас 95% все виновные. Их воспитывают с нулевого возраста. Сказал кто-то один, что сказал, что с одним еще пленным, что их, что его уже. Первый раз это в 3 года брали их какая-то кайтана, знаете, какая-то кайтана, как пионерский лагерь, типа этого, или лагерь какой-то, что там что там было, сегодня я слышал. Кайтана – это классы для особенных детей? Что? Кайтана – это особенные классы? Да, кайтана – это как… Кайтана? Кайтана, кайтана – это кайтана. Это как… Аутисты, слабозрячие. Не только. Все дети в школе, здесь дети до какого-то определенного возраста берут, им делают пока по возрастные эти. Как пионерские лагеря были там, не знаю, все по возрасту. Так брали какое-то дело, там что-то убивали, убивали своих этих, что выдают, с них снимали им головы, это детей, что видели, как что на этом они растут. Это там, они так воспитаны. Почему они так за этого Гилад Шит, когда был у нас пленный один, это уже лет 10 тому назад, я не знаю, мне отдали 1000 с чем-то бандитов. Мы освящаем жизнь, они освящают смерть. Не к это. Так вообще, мы еще там цадыки, то они виновные. Вот есть 10%, 5%, даже 10%, 10%. Но есть комментарий, что по закону справедливости падают и хорошие, если злодеев намного больше. Когда закон войны тоже, ты не можешь, когда срывается. Есть, я всегда говорю, если какой-то адвокат говорит, закон войны, если нельзя убивать невиновных, есть какие-то законы войны. Но если там, если сзади бандиты, они поставят вперед дверь, так стреляй, потому что это есть законы, что их можно делать. Значит, Авраам боится, что ему говорит, Всевышний, успокаивает его, то, что ты убил. Бил виновных, то, что боишься, что меньше падет заслуги, то, что снимал тебя за то, что ты остался живым. У тебя много заслуг, весь храм имот, и он еще боялся, что вернутся, может, эти их дети соберут, будут говорить, я твой защитник.